Но сейчас в пригород Парижа во французском Версале вспыхнул пожар. По предварительным данным, загорелся один из участков кровли дворца, где проводились строительные работы. Всех посетителей эвакуировали. Менее чем через час огонь удалось взять под контроль. Для тушения привлекли почти 100 пожарных, а пострадавших нет. Ущерб ценным экспонатам не нанесен. Версаль, дворцово-парковый ансамбль – это бывшая резиденция французских королей, расположенная в пригороде Парижа. Ежегодно мировую достопримечательность посещают почти 12 миллионов туристов со всего мира.